Здравствуйте, меня зовут Сухомлин Денис, мне 14 лет. Я учусь в 8 классе, снимаюсь в кино, играю в театрах. Снимаюсь как в сериалах, так и вот в кино полнометражном. В театре я играю в «МХАТе» Чехова, играл в спектакле «Человек-подушка», и в Большом театре опера «Золотой петушок». Увлекаюсь спортом, точнее, очень люблю кататься на сноуборде и имею первый юношеский разряд. Также люблю бегать, катаюсь на велосипеде, играю в футбол с друзьями и много всяких еще развлечений. Отлично. Кем ты хочешь стать? Ну, вот как я, мне показалось, что я как бы смотрел, и профессия актера, да, она интересная, там ездишь туда-сюда, но ее проблема в том, что у тебя сегодня работа есть, завтра нет. И поэтому я решил так, что вот, например, я даже не знаю, куда еще идти, поэтому мне кто-то посоветовал стать юристом. Но мне это понравилось, потому что надо знать законы и надо отстаивать себя. То есть, когда я в суду, когда я кого-то защищаю, я выражаю свои эмоции. И когда я вот актером, тоже вторая профессия, если я актер, то я тоже выражаю свои эмоции, я тоже играю. То есть, пытаюсь как-то выразиться. Вот, поэтому вот мне очень понравилась эта идея. Ты пока не решил, не определился? Нет, ну почему не решил? Мне вот как, то есть у меня нет сейчас каких-то еще других планов, то есть вот юристом, потом актером. Или наоборот как-то. То есть как сложится. Ну да, можно параллельно. Да. Хорошо. Сейчас ты в 8 классе, да? Да, в 8 классе. Куда ты ходишь помимо школы? Вот хожу в театральную студию. Как называется? Театральная студия «Аист». Угу. Вот. Она сейчас при российской армии? Да, она была при российской армии, но потом разделилась. И в российской армии там группа как бы начинающих, там вот дают основу. А уже во второй группе, которая в другом месте немного, там уже ставят спектакли. То есть там меньше занятий и больше постановок. Ну здорово. Отлично. Так. С музыкой что у тебя? Ну, с музыкой, как бы, у меня есть чувство ритма, я слышу музыку, люблю как классическую, так и современную. А ты не поешь песни сам? Песни, ну, я как бы никогда не пробовал, потому что, не знаю. Ну, в принципе, спеть, наверное, смогу. Куплетик какой-нибудь? Ну, куплетик, к сожалению, не знаю, и, честно говоря, я вот... Голос ломается? Ну, голос, да, у меня голос ломается. А прочитай что-нибудь тогда? Да, конечно. Подожди, секунду, а у тебя какие роли были вот в театре? В театре у меня были разные, ну, в театре в основном у меня драматические роли, а вообще у меня были разные роли, как отрицательные, положительные, драматические и всякие комедийные, веселые. Даже добрые были, вот. Я приготовил отрывок из стихотворения Маяковского. «Необычайное приключение». 140 солнц закат пылал, в июль катилось лето. Была жара, жара плыла, на даче было это. Пригорок Пушкина горбил, Акуловой горою, а низ горы деревни был, криился крыш корою. А за деревнею дыра, и в ту дыру, наверное, спускалось солнце каждый раз медленно и верно. День, а завтра снова мир залить, вставало солнце ало. И день за днем ужасно злить, меня вот это стало. И так однажды разозлясь, что в страхе все поблекло, в упор я крикнул солнцу: слазь, довольно шляться в пекло. Я крикнул солнцу: дармоед, занежен в облака ты, а тут, не знай ни зим, ни лет, сиди, рисуй плакаты. Я крикнул солнцу: погоди, послушай, златолоба, чем так без дела заходить ко мне, на чай зашло бы. Что я наделал? Я погиб. Ко мне само по доброй воле, раскинув луч шаги, шагает солнце в поле. Хочу испуг не показать, ретируюсь задом. Уже в саду его глаза, уже проходит садом. В окошке, в двери, в щель, в воде валилось солнце масса. Валилось. Дух, переведя, заговорила басом: ты звал меня? Чаи гони. Гони, поэт, варенье. Ну вот и все. Молодец. Ну хорошо, слушай. Молодец. Что такая стрижка у тебя? Ты мой привязан к чему-то? Нет, я не привязан, просто вот... Ну, как бы, меня можно стричь, как, то есть, можно, ну, то есть, у меня свобода, я ни к чему не привязан, и можно подстричь, можно, наоборот, отрастить, но просто мне вот, здорово. То, что мне так нравится, ну. Твое любимое занятие какое? Мое любимое занятие, это кататься, ну, точнее, играть в театре и вот кино сниматься, мне это, честно говоря, очень нравится, потому что много людей, много...
интересных мест и всего-всего. А второе, вот я очень люблю кататься на сноуборде. Вот с группой в горы ездим, и то есть мне это очень нравится. Угу. Ты дрова умеешь рубить? Конечно. Да? Откуда? Ну, как у меня на даче отец научил, и дедушка тоже. На дерево можешь залезть? На дерево, конечно. А ты дрался когда-нибудь? А? Дрался когда-нибудь? Да, дрался. В жизни? Из-за чего? Ну, первый раз мне обозвали, то есть оскорбили меня. А второй раз там, по-моему, начали оскорблять девочку. Ага. Ну, как бы я ее не то, чтобы она мне нравилась или что-то, но просто стало неприятно, что ее так, там пацан какой-то. Ага, понятно. Анекдот знаешь какой-нибудь? Нет, к сожалению, не знаю. Да? Ну, то есть у меня анекдоты почему-то так получаются, что я их не запоминаю. То есть я прочитаю, посмеюсь, да-да-да, очень смешно. Время какое-то проходит, и они у меня забываются. А ты влюблялся вообще в девчонку? Ну да, влюблялся, но... я сам, как бы для меня, для самого, любовь это вот сейчас в таких вот, в таком вот возрасте, это просто баловство. Угу. То есть настоящая любовь это когда у тебя внутри что-то вспыхнуло, какой-то огонь. То есть, угу. Вот. Вот это настоящая любовь. А сейчас это, ну да, девочка красивая, понравилась, ухаживаешь за ней там. Ну, а была такая вспыхнула? Ну, вспыхнула. Вот такого прям вот большого огня у меня еще не было, бывали там небольшие. Хорошо. Спасибо тебе большое. Угу.